правильно. Черные костюмы бархатные. Почему бархатные? Потому что это единственный хай, который убирает в себя цвет и не брикует. То есть не отдается этот цвет, а забирает. Поэтому очень удобно. И нас не видно. В темноте видно только кубу. Ну, специально световые выставляются, световая палитра, так, чтобы мы работали на узких руках, допустим, чтобы не влезать в свет. И, значит, вот надевать такие колпаки. Вот, где у нас только щелочка для глаз. Раньше, когда не было радиомикрофона, сейчас с радиомикрофонами работает. Сейчас удобно, он внутри колпака, и можно разговаривать спокойно. А раньше висел, там высоко висел микрофон, и на ширине было несколько микрофончиков. А когда, если вот мы в черном кабинете играли, то есть там микрофона некуда вешать, значит, парочку еще вешали наверх. И приходилось вот через эту маску сюда вот задирать голову, и чтобы посыл звука был. Это, конечно, было очень тяжело,